Ваше мнение о происходящем? То, что комиссия работает, это может оно и хорошо, может найдут решение этого вопроса. Потому что приют должен быть. У нас слишком много действительно собак, которые ходят по городу, но отстрел собак не решает проблемы. Если мы отстреляем всех кошек и собак, нас просто загрызут крысы и мыши. Потому что любой биолог скажет, пока есть кормовая база, будут животные. Не одни, так другие. Сейчас ставится вопрос о том, что собраны подписи жителей микрорайона, вот где находится сам приют. Что приют нужно убрать отсюда. Как вы думаете? В принципе, есть санитарные нормы, которые, в общем-то, приют соблюдаются сейчас. Определенное расстояние от жилых домов, расстояние должно быть как бы загороженная территория, все, территория загорожена. Если они законодательно, скажем так, какие-то найдут нарушения, тогда, значит, пусть ищут другое место. И самое главное, материальную поддержку за. Для переезда в любом случае нужны деньги. Кто даст эти деньги? А во-вторых, вы знаете, в основном народ мотивирует тем, что шум. Но у нас детские сады шумят не меньше. И что, теперь тоже выносить их за черту города?